Середина недели, а значит, пришло время планировать свой отдых. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова, и прямо сейчас я расскажу вам, куда пойдем в эти выходные. Социальный кинозал в Родниках снова приглашает к себе в гости. 18 декабря на большом экране покажут военный фильм «Зоя. Подвиг, который был всегда». Это рассказ о девушке, жертва которой не стала напрасной. Кстати, одна из улиц нашего города названа в честь этой девушки. Но если вы заинтересовались фильмом, звоните по телефону, который на ваших экранах. День рождения у Дома культуры, а развлекаться будут остальные. В субботу Тахтуевский Дом культуры «Альянс» приглашает к себе в гости на концертную программу с песнями и танцами. Заинтересовались праздником? Звоните по телефону, который на экранах. Хотите провести выходные с детьми и на природе? Тогда добро пожаловать в ботанический сад. Настоящее новогоднее приключение с Дедом Морозом, елка, горячий чай и расследование новогоднего детектива. Ну а предварительно записывайтесь по телефону. Вот такими могут быть ваши выходные, но вы смотрите Соль ТВ онлайн или по телевизору. Но отправляясь отдыхать, не забывайте с собой маски и QR-коды. У меня на этом все, с вами была Евгения Константинова. Увидимся!